Вы же знаете прекрасно, что Олег Сенцов осужден за терроризм, и едва ли можно взять, попросить Путина или кого-то, и его будут освобождать. По вашей всего лишь просьбе, это невозможно. Девушка, не мешайте работать, пожалуйста. Все эти граждане, все эти преступники, граждане Российской Федерации, осуждены в Украине за очень тяжелое преступление. За диверсии, за терроризм, за шантаж. То есть это военно-пленные. Украинская сторона – это криминал, и этот криминал Украина готова, осуждены они на 15, на 11 лет. Их ждут дома. Российской Федерации. Вот президент Украины готов помиловать этот криминалитет в обмен на политзаключенных Кремля, на Олега Сенцова, на остальных. Представьте себе, семьи этих заключенных. Ваш президент Путин не дал ответа Украине на то, чтобы забрать, к сожалению, если можно граждан. Было бы задать вам более вопрос, того, так, чтобы вы на него отвечали, это было бы логично. Иностранных дел. Эти люди пойманы и удерживаются на... в ваших застенках. Было бы разумно, например, если вы говорите про обмен Путина, зачем вы так себя ведете? Прекратите, но зачем вы так себя ведете? Уважаемые граждане России, вы депутат, зачем вы ругаетесь? Господин Береза, вы же депутат, вы же ведете себя совершенно неадекватно. Прекратите, пожалуйста, Женя, вы же депутат. Украины, которым запретили это делать на законодательном уровне. Подошли уже, когда брали интервью. Дайте его, пожалуйста. Потом, после того, как закончите, дайте вопрос. Хорошо, что она прошла? Нормально. Она работает на эти вопросы. Ну, еще один вопрос. Да, она работает в кадре. Есть такой гражданин Кашинцев. Так вот, я хочу абсолютно официально сейчас и аргументированно заявить, что ни разу, ни в одних списках, ни Российская Федерация, ни их марионетки с оккупированного Донбасса не предлагали Вышинского. Им плевать на Вышинского, а также им плевать на Агеева, Баранова, Бусыгина, Валихидина, Высоцкого, Гаджиева, Гратова, Гречина, Доронина, Джемиева, Дубинина, Егорова, Житких, Кимаковского, Ковалис, Кусателя, Бакарова, Нефедова, Одинцова, Седикова, Сидорова, Слепко, Черных, Чубарова, Шиталова. В половине этих граждан ни разу не приходил консул в Россию. Почему он не работает? Украинская сторона, президент Украины Порошенко, готов помиловать его. Почему не отдайте нам Сенцова, Польщенко, женщины. Отдайте нам Панова, отдайте нам Плыка, отдайте нам Приба. Давайте совершим эту гуманитарную акцию, очень важную для всех стран. Заберите ваших, отдайте наших, заберите ваш криминалитет, отдайте нам более запрещенных Кремля. Дайте ответ на 13 наших официальных обращений, на наши ноги. Нет ни одного ответа, потому что Путин и Российская Федерация всегда вас просят. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы покажете. Смотря что сейчас, если Ирина Геращенко даст интервью. Ирина, можно задать вам вопрос?